О, скотина, откуда ты взялся? Как он меня убил, я его не видел вообще. Спите. Че? Это что такое? Че это было? О! Какого хера? Это, видимо, запланировано было, да, так? По велению скрипта меня, поэтому я не видел его. Я волновался за тебя. Честно говоря, я не знаю, что с тобой делать. Александр. Я не держу на тебя зла, Даниэль. Знаешь, мы ведь очень похожи. Ты и я. Ты и вправду видел эликсир амнезии? Это объясняет твое поведение. Ты так и не закончил то, что начал. Ты говорил об искуплении, о том, как встретишь день и спасешь наши труды и меня. Я даю тебе еще один шанс на искупление. Ты можешь подождать здесь и остановить день. Спасибо, друг. Да, это все похоже было сделано по велению скрипта. Соответственно, выбора у нас особого не было. Ну да ладно. Видимо, мы сделали все необходимые дела там. И делать нам там больше было нечего. Так, у меня все вещи с собой. Это хорошо. Что у меня со здоровьем? Мелкие порезы. Давайте опиума попьем. Дверь заперта. Металлическая, очень прочная, это бесполезно. Так, а тут... Хорошо, что мне это дает? Ничего. Так, обшарим стены. Оба-на. Ага. И чё? Ой. Эврика. Тихо. Блин, тень близко. Да, меня не покидает ощущение, что конец близок. Развязка близка. А, тут дверь открыта. Что это нам дает? Да блин, крути. А все что ли? Да насрать. Так, очередной дневник. Хорошо. Что здесь? Больше ничего нет, что ли? А, вот еще масло. Здесь. Ухера. Ты что, мертвый? Хер с тобой тогда. Надо живых бояться. Мертвых-то че бояться?
Пирамид головы. Ладно. Я это проделал, чтобы не бояться его, перестать побороть свои страхи, типа, или просто поглумиться. Не все же в этой игре всем глумиться надо мной. Надо и мне маленько. Так. Деревянное ведро. Трутница. Так, и что? Угу. Я, видимо, представляю примерно, куда мне нужно это ведро использовать. Поднять веревку. Блин, как неудобно. Тихо. Блин, меня эти звуки напрягают. И чё мне это даст? Зачем? А, всё хорошо, теперь обратно. Ну бери, Даниэль. Поднял ведро воды. Так, пересядем поудобнее. Ведро наполнено водой. Я даже не знаю, куда его использовать мне. Но, тем не менее. Заперто. О, у меня молоток исчез. Видимо, все. Я его использовал, насколько можно. Так, что ведроголовый? Куда же мне использовать это ведро воды? Даже не знаю. Блин, что-то я мечусь как-то беспорядочно. Здесь у нас ничего нет. Хорошо. В этой комнате тоже ничего. Здесь тоже пусто. Здесь у нас ведроголовый. Здесь пусто. Ничего не подозревает. Здесь паутина, трубы, закрытая дверь. Я, конечно, это будет тупо, но тем не менее, давайте попробуем. Хорошо. Так, о. О, ключ. В трубе есть ключ, но до него нет. А, все, понял. Понял, для чего вода. Хорошо, ржавый ключ. Наверное, он от этой двери. Так, уходим отсюда. Какие двери, фини. Что у нас там? Что нахер? Блин, уберись. Кенгуру, выручай! Бля, где выход? Давай, 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 давай. Я не хочу оборачиваться даже. Фу, блядь. А, я надеюсь. Я надеюсь, все. Фу, вот я обосрался, охереть. Охереть. Чё, блядь, где я? Дневник. Эй, эй, эй!
Давай, не время сдаваться. Даниэль, вставай. Чё опять такое? Чё произошло вообще, я не понял. 18 августа 1839 год. Сегодня мы подчиним мощь сферы и изгоним тень навсегда. Я чувствую приближение тени и боюсь смерти больше, чем когда-либо. Недалеко от Альпштата есть деревушка. Там живет фермер Циммерман с женой и тремя детьми. Неплохо. Я в первый раз в открытом, на открытом пространстве. Мы поехали туда. Нас не ждали. Александр оглушил Циммермана, не привлекая лишнего внимания. Барон занялся рабочими на ферме, а я пошел искать детей. Мерзавец. Вот же душегуба. Этот Даниэль просто меня удручает. Теперь у нас хватит пленников, чтобы завершить ритуал. Скотина ты, Даниэль. Как ты мог? Все ради шкурного интереса. Сколько народу переморил. Даниэль, подлая тварь. Так, трудница. Тихо. Что у нас здесь? Нам что-нибудь тут нужно? Нет, зачем я это кручу? Я не знаю, честно говоря. Давайте поднимем. Сюда можно что-нибудь пришпандорить, скажем, косточку. Не стоит пробовать делать это снова. Так, банка с кровью тоже нет. Яд тоже не хочешь. Ладно, уходим. А я понял, это же мы на самом верху, мы опять туда же вернулись. Только бляха-муха, как тут все испортилось. Твою ж дивизию. Использовать для ритуала. Это пакость. О, скотина. Блин, это у меня со здоровьем непорядок. Да нет, вроде. Легкая головная боль. Что тогда? Изображение косит постоянно. Ой, мне что, по тебе прыгать, что ли? Блин, тебе бы лучше меня не щипать. Не щип... О, скотина. Как будто меня прям реально ущипнули. Что там у меня с порезами? Мелкие порезы. Блин, тут все просто в жопу ушло. Охренеть. Я надеюсь, там внизу нету этого. Ох, твою мать. Во что же превратилось это место? Ничего, мы справимся. И не с таким справлялись. Совсем разберемся. Твою мать. Не щипай меня. Ага. Так, все, я понял. Где тут спрятаться, если что? Тут, я думаю, меня найдут. Хотя хрен знает, скорее всего, не найдут. Так, ладно. Найдут, так найдут.
пусть так стоит тут. Хорошо, небольшая баррикадка. Конечно, один раз пнуть и... Так, и что у нас здесь? Что? В печи. Держар. Из печи. Так. Косточка. Сюда, видимо, надо стеклянное. А, хотя нет. Так, давайте на газовой горелке, на спиртовке. Маленько вскипятим кровь, чтобы очистить ее. Неготовый эликсир. Теперь, видимо, ее надо поставить сюда. И экстракт из этой кости. Так, да. О, какая пакость. Надо ее срочно выпить. Так, ладно, ты стой пока. Что я делаю? Отвести назад рукоять. Ага. Понятно. Так, сейчас сначала возьмем трутницу, чтобы не было никаких неожиданностей. Так, теперь давайте мы эту субстанцию. Погоди, как не ночь. Вот все правильно. Чё? О, все, мы его сами сделали. Так, ладно. Эликсир приготовлен по рецепту Вейера. Что мне еще остается? Так, Агриппе нужно эликсир. И надо идти на алтарь, похоже. Теперь, возможно, меня туда пустят. Даже пустят. Так, Агриппа. Что ж творится-то? Все, тень уже просто, блин, везде. Это говно уже поросло повсюду. Я думал, ты погиб. Замок дрогнул, я услышал, как обрушился алтарь. Похоже, проход в лабораторию открыт. Да, ты чё, правда, что ли? Я только что оттуда. Опа-па. Так, ну сначала давай отдадим тебе. У тебя получилось. Слава Богу. Слушай внимательно, мой мальчик. Сперва напои меня эликсиром, затем обезглавь меня пикой. Чего? Сработает, ты сможешь обезглавить меня и убить. Да какие больные. Затем возьми мою голову и отнеси к вратам, которые Александр открывает в святилище. Каким вратам? О чем ты? Почему ты не войдешь на врата? Нет времени спорить. Нужно действовать. Охереть. Охереть. Тебе бошку отпилить. Ага, мне нечем тебя обезглавить. Итаниэль, что бы ни случилось, пронеси меня через врата. Так. Бляха-муха. О, пакость какая. Лучше бы тебе не выходить оттуда. Так, что у нас... А, скотина. Блин, я так и знал. Так и знал. Что у нас здесь?
Здесь у нас ничего. Не поддается и не открывается. Пила. Угу. Так, и что, трутниц тут нету? Как так? Вы же их куда только можно суете. Ладно, пора валить. А то там сейчас эликсир перестанет действовать, наверное. Их немного осталось. Иногда они поглощают сами себя. Или раскалываются, если... Да хорош, ты ж меня ранить. Используй.